приветствуем вас из космоса. Мы знаем, что среди собравшихся есть представители разных уголков нашей необъятной России. От Южно-Сахалинска до Москвы. Вас объединила любовь к творчеству и искусству. И это здорово. Космонавты имеют уникальную возможность видеть нашу планету из космоса. Наша Земля хрупкая и живая. И важно всему человечеству жить в мире в согласии. Мы поздравляем вас с особенным праздником. Днем народного единства. Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплоченности вокруг великих созидательных целей во благо Отечества. Желаем, чтобы вы надолго сохранили чувство единения, которое вам подарил замечательный фестиваль «Рябиновые бусы». А как известно, рябина на Руси считается символом счастья, удачи, мира и порядка в семье. С праздником! Мечтайте! Стремитесь вверх к звездам, к новым открытиям и свершениям. Борт-инженеры 45-й экспедиции на Международную космическую станцию. Михаил Корниенко, Олег Кононенко и Сергей Волков.